пытался вывести. В общем-то, выбил шайбу из своей зоны. Ну и вот он, принц, и Локтионов слева. И вот уже 2 в 1 сразу же в первой смене. Локтионов и еще Мирнати. И так Лачев на 24-й секунде. Верхом. Более того, даже наверняка успеет к шайбе Энтони Камара. Нужна поддержка, шайба доходит до Порядина, подбирает ее Павел. Передача, момент, бросок, гол! 5-0 в пользу Нефтехимика! И как все быстро и четко хозяева сумели. Закатывается зона атаки. Михаил Чайковский. Ух ты, классный розыгрыш, бросок и гол. Тейлор Б. 1-0. Сибирь выходит вперед и тоже гол на первой минуте. Ну просто идеально все разыграть. Грубым человеком, да? Стороны внешне, возможно, смотришь, молодой довольно. Так, опасно, может быть, он ухватил. Классно, классно. Тут не просто опасно, тут еще и очень... эффектно все реализовано. Александр Полунин. Оставляет Словак контроль над шайбой. Хмелевский! Хмелевский! На паузе убирает Хмелевский! Алекс Хмелевский приносит победу Салавату Юлаеву в этом овертайме. Ну и все. Отлегло у тренеров. Никакого напряжения. Шон Лаван первый на подборе. Самое главное, что сегодня никто не дрался против него, хотя, конечно, потенциальная драка. Ух ты, ух ты! Неважно, будет ли драка, это шедевр Виталия Пинчука. 1-0 в пользу минского «Динамо». Просто красавец. 8-й гол для Пинчука в этом сезоне. Принимает шайбу в районе красной линии. Казалось бы, соперников довольно много перед ним, но обыграл он здесь защитника. Застрял, вот теперь Поклачев. Вытащил шайбу и с ней отправляется обыгрывать Сомер. Без Ньютона Александр Хохлачев. Супергол спартаковского лучшего бомбардира, который выводит Спартак вперед на матче 2-1. И лучшего игрока Спартака. И сейчас этот лучший игрок продемонстрировал свое индивидуальное мастерство. Как он в этой ситуации... Герулин завалил кого-то. Михайлес. Опять корпусом сработал. Здорово! Да это просто какая-то красотища! Михайлес, какой третий период? 3 набранных очка!